покушать мясо, мы решили немножко покататься. Болото воняет вообще, трэш. Я тоже боюсь, а вдруг попадет в неё.
сами? Почти короткую. Нет, да она в любом случае будет короче, даже если длиннее, но она все равно будет быстрее, чем по лесу рубиться. 100%, Артем. Мы как-то интересно тут змейка едем. Так и есть. Трасса там. Ты вспомни, как Вичелово ехать. Та же самая история. Параллельно трассе, короче. Как будто у нас не вездеходы через эти канавы не переехать. Долго, да. Снять это действие, как заезжает дикарь на обдирышах. Артем хотел на багажник все повернуть. Чуть прямо не получилось у него выйти. Попросил назад сдаться и заехать опять. Артем уже здесь проезжал пару раз. Такой, приличный. Большой, но приличный.
все хорошо. Ну все, 13 штучек. Пробирается через бобровую хатку. Стоит тут плотина, не знаю. Аккуратно, можно перевернуться. Наш там дикарь. Непонятно. Второй дикарь. Колесо налит. Одно. Вот хочу снять, где мы заехали. Тут, короче, бобровая хатка или не знаю что. Получается перекос. Расстояние между заходами примерно метр. Слева